Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о такой важной детали в изготовлении бижутерии. Колечки, соединительные колечки. Как правило, в основном они бывают разъемные, но, чтобы вы знали, существуют еще и неразъемные. Размер, цвет колечек очень и очень большой ассортимент. Начиная от малюсеньких, заканчивая большими. Но и те, и другие очень важны при изготовлении бижутерии, и требуется их огромное количество, и практически ни одно украшение не собирается без помощи колечек. Где-нибудь они, но все равно нужны. Перед тем, как мы начнем с вами разбирать, как их сделать своими руками, я вам хочу опять-таки рассказать о инструменте. Постоянно я об этом говорю и буду говорить, потому что очень важно иметь нормальный инструмент, тогда и работать, соответственно, будет приятно, комфортно, удобно. Все бокорезы, кусачки, бокорезы в народе, должны быть без фаски вот с этой стороны. Как правило, сейчас, секундочку. Для тех, кто не знает, я покажу. Вот, как правило, здесь с этой стороны есть фасочка у обычных кусачек. И с этой стороны тоже она присутствует. Для ювелирных работ и изготовления бижутерии такие бокорезы не годятся. Не годятся почему? При откусывании проволоки край сминается. При откусывании такими бокорезами краешек практически идеально ровный. Все будет зависеть только от качества ваших бокорезов. Я на своем опыте скажу вам, что перепробовал очень много бокорезов. Вот такие, если явно они какие-то фуфлыжные, они не фирменные, при первых же перекусах проволоки, какие-то ямочки, то есть какой-то явный срез. Плюс люфт. Вот эти я приобрел уже несколько подороже, но тоже не скажу, что это высший класс, но получше. Но так что приобретайте мало того, что фирменные, надо еще как-то повыбирать, чтобы они были и качественные. Если вы есть возможность покупать именно в магазине, не в интернет-магазине, а подержать их в руках, то желательно попробовать, во-первых, чтобы они были без закусов, без нахлестов, губки, чтобы ровно-ровно сходились, без вот этой фаски, внутри она присутствует. Ну и я так думаю, что можно в магазине откусить какую-нибудь проволоку, и сразу будет видно, остаются вмятинки или нет. Приличные бокорезики стоят не слабо, сразу скажу. Где-то в пределах 1000 точно, наверное, будут стоить. Еще какой важный момент. Если попадутся вам бокорезы вот именно с таким соединением, это соединение называется безлюфтовое. Здесь они, в этих они потихоньку смогут разбалтываться, их придется потом здесь насекать. То, что я вам говорил, губы потом будут плохо сходиться в бокорезах и будут закусывать. А вот такое соединение, оно безлюфтовое, то есть оно, само строение этого соединения, оно, сами видите, не позволяет вот так вот гулять. Вот это самое замечательное, это уже
высший пилотаж для ювелирных инструментов. Так что имейте в виду, если попадут такие, это будет вообще замечательно. Для чего именно вот это делается, такие плоскости, я вам уже сказал. Прежде чем мы будем накручивать кольца, использовать мы еще будем такие круглогубцы. Есть маленькие, есть большие. Это уже будет зависеть от размера колец, которые мы будем видеть. Для колец, для чего, я вам покажу в большом размере, и дальше вы поймете. То есть мы будем изготовлять кольца. Стык самих колец у нас должен быть без заусенец. С этой стороны мы откусываем вот так. Соответственно, с этой стороны мы уже делаем вот так. И вот теперь наше колечко соединится очень плотненько. Если делаете что-то супер-пупер, вам вообще прямо там нужно соединение идеально, можно еще подработать курочкой или нафилечком, и соединение будет ровное. Вообще обычно вот такие соединения, конечно, нужны, это когда оплетаете кабошоны, какие-нибудь камни, там да, там уже как бы надо. Для колечек, в общем-то, как бы пойдет и так. Что ж, теперь давайте сделаем колечки с помощью круглогубцев. Возьмем мы маленькие. Теперь вам нужны колечки определенного размера. Ну, допустим, берем в этом месте, значит, вот в таком. И, соответственно, мы с этого места уже сходить не будем, а подвигать будем наши готовые виточки вот таким образом. Вот, у нас можно так накрутить огромное количество. Можно использовать какие-нибудь трубочки, палочки и точно таким же образом все это и накручивать. И вот про то, что я вам рассказывал ранее. Откусываем сначала. Простите, вот я уже с вами вот таким образом. И теперь с этой стороны. Все, колечко у нас готово. Нарезайте сколько вам нужно таких колечек. Еще раз напомню вам, что колечки не растягиваются в разные стороны, когда будете соединять, собирать бижутерию, а разводятся. То есть вот так развели, одели что надо и обратно свели. Вот таким образом. Вот, собственно, что я вам хотел рассказать про изготовление колечек своими руками. Наделать их можно сколько угодно. Соответственно, любого размера практически. Все это несложно. И если есть необходимость в колечках, всегда можно сделать определенное количество и собирать украшения. На этом все. Всего доброго. Пока.